Здравствуйте, мои хорошие! На канале снова с вами Лина. Добро пожаловать на мою домашнюю кухню. Сегодня мы с вами приготовим цветную капусту. Вкуснее, чем мясо. Настолько вкусное блюдо, готовится быстро. Давайте будем приступать. Для этого нам понадобится цветная капуста, мука, молоко. Здесь у нас идет паприка. Сухой чеснок, перец, сухая зелень. У меня укроп сухой. Можете добавлять петрушку сухую. Яйцо, соль, чеснок. Сейчас мы с вами поставим кастрюльку и будем варить 10-15 минут цветную капусту. Поставили кастрюльку, пока я еще не включала. Мы разделим нашу цветную капусту, ложим в кастрюльку вот так вот частями. Разделим и сложим в кастрюльку. Разделили, заливаем водой. Зальем водой, добавим чесночок. И присолим. Сейчас я добавлю еще воды. Вот так присолим я пару щепоток. И добавлю воды сейчас еще. Залили водой. Закрываем крышечкой. И ставим на максимальный огонь, чтобы закипело. Когда закипит, варим 10-15 минут. Пробуйте, чтобы было готовое, но не переварилось. Пока у нас будет вариться цветная капуста, мы с вами приготовим кляр. Высыпаем муку. Яйцо. Специи. Это у меня укроп сухой. Можно петрушку, укроп, какой у вас есть. Высыпаем тоже. Здесь у меня паприка, перец черный молотый и чеснок сухой. Высыпаем тоже все в посуду. Высыпали и выливаем молоко. И сейчас это все нужно хорошо размешать и взбить венчиком. Это будет у нас кляр. Да, и сейчас еще добавить щепотку соли. Добавила щепотку соли. И вот сейчас хорошенечко размешиваем наш кляр. Хорошенько-хорошенечко. Капуста получается замечательная, вкусная, лучше, чем мясо. Вкуснее, полезнее. Хорошо нужно взбить, чтобы не было комочков. Хорошенько-хорошенько. Это наш будет кляр для капусты, для обжарки капусты. Вот такой получается у нас кляр. Смотрите, какая густота должна быть. Вот так. Ждем, пока сварится капуста. 10 минут варилась у меня цветная капуста. Я попробовала. Нормальная. Выкладываем в тарелочку готовую цветную капусту, чтобы она немножко остыла и сошла немножко водичка. Не переваривайте цветную капусту, так как мы еще будем ее обжаривать в кляре. Пока остывает капуста, мы ставим сковородку на огонь, наливаем масло. Ну, масло для жарки наливайте так хорошо. Вот сколько, как вроде бы жарите вы оладьи, типа такого. Масло должно быть очень разогретое. Мы уже приготовили кляр ранее.
Водички не должно быть. И сейчас, когда нагреется хорошо сковородка, будем обмакивать в кляр и жарить в горячем масле. Сковородка греется. Будем опускать нашу капусту в кляр. Вот таким образом хорошенечко обволакиваем в нашем кляре капусту. Кладем капусту вот так вот и обволакиваем хорошо в кляре. Только, пожалуйста, не переваривайте. Вот таким образом. Обволакиваем, оставляем. Это большая такая, ну, я не захотела резать. Пусть будет большая. И хорошенечко вот так ее обволакиваем в кляре. Капуста получается очень вкусная. Не отличишь от мяса куриного. Сейчас разогреется. И мы с вами положим. Сейчас попробую. Вот, например, сейчас попробуем одну. Вот эту вот. Не знаю, разогрелась. И жарим. И жарим это все в кляре. На горячем масле. Тут должно быть горячее масло. Вот так все аккуратненько кладем. Вот так вот. И обжариваем. Закончили мы жарить цветную капусту. Смотрите, какая красота получилась. Никто не догадается, что это не мясо. Это вкуснее мяса и полезней. Понимаете, это такая вкуснотень лучше куриного мяса. Ну что, ребята, если вам нравятся мои рецепты, пишите мне в сообщениях, кто готовил, кому нравится, не нравится. Если нравится канал, подписывайтесь, буду всем рада. Не забывайте ставить на колокольчик, чтобы получать мои новые рецепты. Доброго вам дня, крепкого здоровья, хорошего весеннего настроения. На канале с вами была Лина.